Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о новинке 2017 года от компании Panasonic – кондиционер серии «Стандарт BE». Этот кондиционер представлен в Украине 5 мощностями – от 2 до 5 кВт. Давайте поговорим о дизайне. Дизайн кондиционера выполнен в классическом для Panasonic форм-факторе. Он немножечко выпуклый, имеет глянцевый приятный пластик, а также декоративную вставку, которая прекрасно впишется практически в любое помещение. Еще хочется сказать, что наружный блок достаточно большой, крупный, имеет крупный теплообменник. Корпус наружного блока покрыт специальной порошковой краской, которая стойка к коррозии. Высокое качество сборки кондиционера подтверждается увеличенной гарантией 3 года на комплект кондиционера и 5 лет на компрессор. В кондиционере представлен роторный компрессор компании Panasonic, которые зарекомендовали себя как надежные компрессоры на рынке Украины. Кондиционеры серии BE Standard – это инверторные кондиционеры, которые работают на 410-м озонобезопасном фреоне. Также, поскольку это инвертор, он может работать на обогрев при температуре минус 15 градусов и имеет высокий класс энергоэффективности А+. Также инверторная технология гарантирует низкий уровень шума, который составляет кондиционеры Panasonic BE всего 20 дБ, что меньше, чем шум в библиотеке. Эта линейка обладает стандартным набором потребительских функций. К ним относятся работа на охлаждение, работа на обогрев, режим вентиляции и режим осушения. Здесь также присутствует таймер включения-выключения, форсированное охлаждение, тихий ночной режим всего 20 дБ и авторестарт.